А вот Муромский историко-художественный музей только объявил конкурс рисунков и поделок, который называется «Хранитель музейных тайн». В рамках международной акции «Ночь музеев» до 19 мая каждый желающий может принять активное участие в создании облика музенка. Подробности в сюжете. Как у каждого замка должно быть свое привидение, так и у каждого музея должен быть свой хранитель. За свою столетнюю жизнь Муромский музей накопил немало историй. Теперь ему нужен настоящий помощник музеенок, который будет талисманом на всех мероприятиях выставочного центра. Поэтому каждый житель Мурома может поучаствовать в конкурсе «Хранитель музейных тайн» и предложить свой талисман. Рабочее название его – музеенок. Музеенок. То есть такое немножечко полусказочное название. Но как он будет выглядеть, пока еще никто не знает. Дело в том, что мы решили обратиться вот ко всем жителям нашего города, чтобы помогли нам создать образ этого хранителя. Каким он будет, большим или маленьким, худым или толстым, нарядным или наоборот же в самой простой одежде. То есть решать всем жителям города. Муромлянка Юлия Пиженкова одна из первых откликнулась на предложение поучаствовать в конкурсе. Вместе с дочкой Ангелиной они нарисовали своего хранителя Сашу Мурмуса. Они надеются, что именно Саша станет музеенком выставочного центра. В нашей семье эта идея помочь музею обрести свой символ сразу нашла отклик. Отклик положительный и очень восторженный. Для любого ребенка рисование – это волшебство. А тут волшебство получается на заданную тему. С одной стороны, с другой стороны, это полная свобода фантазии. Мы же не знаем, как выглядит этот персонаж. И ребенок представляет его себе, чуть-чуть уже зная о том, каким он должен быть. Внести свой вклад в историю Муромского историко-художественного музея может каждый. Достаточно в срок до 19 мая принести рисунок или поделку в выставочный центр по адресу улица Московская, 13. Победители и призеры будут награждены ценными подарками в Ночь музеев. Мария Жукова, Руфин Мухамедьяров, Новости Муром.